Всем добрый, прекрасный день, дорогие друзья! Сегодня 18 августа 2024 года, и мы вышли с нашими детками-шпицульками на улицу впервые. Впервые вышли сюда, на эту поляночку. Так-то они у нас гуляют там. У нас достаточно места, у них там целая куча друзей и подруг. Вот так вот мы хорошо ладим шпицульки и Йорки. А сейчас вышли вот так на поляночку. Что я могу наблюдать? Ну, прекрасно, детки пошли, буквально две секундочки постояли, ну, то есть, как бы, понимание, что такое, где же мы, что там поменялось. И вот, пожалуйста, пожалуйста, ребятки, бегают, гуляют уже. Прошло всего там две минутки с того момента, как мы вышли. Прекрасно себя чувствуют, вот, пожалуйста. И тут мы умеем гулять, и там. Вот так вот хочу показать наших малышей, деточек, которые уже открыты для резервирования нашим деткам. Ну, полтора месяца, грубо говоря, да, так. Мы готовимся уже к вакцинации скоро. Развиваемся, бегаем, прыгаем, играем, все чудесно, все прекрасно, все у нас по плану, прекрасно детки оформляются, просто прям супер, просто супер. Так, ну что, начнем, наверное, с вот этой красивой шоколадочки, да, кто нас еще не видел, скорее к нам, будем знакомиться. Вот эта красотулечка, девочка, девочка шоколадного окраса, девочка Плюша. Такая озорная куколочка, девочка, очень шустренькая и милая, такая красотулечка в поиске мамочек и папочек. Я тут тоже вместе с ними и ползаю на коленях, и лежу, чтобы вам показать вот этих прекрасных наших деток. Так, это девочка Плюша в поиске мамочек и папочек. Вот такая прекрасная куколочка ждет свою семью. Деток можно зарезервировать, и как только мы подрастем, привьемся, после карантинчика можно отправиться в ваш дом. Так, что дальше? Дальше красотулечка Пандора. Вот такая девочка, шикарная, шикарная девочка, просто шикарная. Пока что она предлагается, но мне она очень нравится. Вообще просто такая прям девочка-бомба. Классная такая. Такая морда красивая, да, все у нас чудесно, прекрасно. Все мне нравится очень. Девочка Пандора. Такой красивый бело-шоколадный окрас. Ну и малыш. Малыш, он меньше всех по размеру. Микроминечка. Ну, дальше посмотрим, не будем ничего загадывать. Но видно, что он меньше. Вот такой красавец мальчик по имени Версаль. Такой шустрик, самостоятельный мальчишечка, да. Вот такой красивый тоже окрас, бело-шоколадный. Красиво их разукрасила природа. Вот такой классный. Повернись, пожалуйста, к нам мордашечкой. Вот такой прекрасный ребенок. Мальчишечка Версалю, посмотрите. Ой, как будто мы стесняемся. Вот такой вот. Дети просто чудо. Чудо-чудо. Носик шоколадный. Такая красота. Красота, красота, да? Что, давайте вместе здесь вас. Так, Плюшеньку мама не кормит, поэтому она травушку-муравушку вот тут кушает, да? Давай, вот так вместе, солнышки, чтобы на вас посмотрели мамочки-папочки, да? Вот такие зайки. Вот, видите, ничего не боимся, никто не дрожит, никто не лег на землю там и боится. Нет, нет, все чудесно, все прекрасно. Стараюсь очень своих деток воспитывать хорошо. Ну, как вы знаете, у нас нет никаких клеток, там супер там каких-то ограничений. Да, есть загородочки тогда, когда они нужны. Ну, вот так вот я тут присела, и он, Версальчик, ко мне тоже скачет. Загородочки для их же безопасности, чтобы нигде ничего не упало, не залезли, не погрызли, скажем так.
Вот. Остальное время любовь, забота, ласка, да и все. В принципе, вот так вот мы и воспитываем наших деток. Да, ай, вот такой листик она взяла, да, Пандорочка, красотулька. Давай лучше возьмем вот шарик такой, давай. А? Нет, шарик тебя не вдохновляет, не впечатляет? Нет, шарики, скажи, дома есть, а вот листика я еще не пробовала. Что же это такое? Так, наши друзья побежали, Версальчик и Плюша туда к заборчику, там что-то интереснее, да, ребятушки? Идем сюда. Китюли, китюнечки, зайки. Вот так все интересно, конечно, пока тепло. Я буду выносить всех. И в следующий раз, ну, уже будут у меня помощники, потому что деток много. Надо их в переносочки посадить и перенести сюда. И, конечно же, за ними смотреть обязательно, потому что, когда их много, они разбегаются кто куда. И чтобы, конечно же, не травмировались, вот, нужно за ними приглядывать. Версаль вообще, это такой шалунишка, смотрю, он по характеру, шалунишка. Пандора такая более спокойная пока. Ну, а Плюшенька, это да, тоже такая девчушечка-огонь. Вот такие наши красотульки. Детки померанский шпиц. Красотулечки. Все детки наши имеют документы, клеймо, полностью будут привиты, пройден карантинчик. И лишь после всех вот таких важных, нужных мероприятий наши детки смогут отправиться в ваш дом. Поэтому можно пока сейчас уже зарезервировать деточек. Вот они у вас на глазах. Кто понравился, обращайтесь. Такие красотулечки. Возможно, остались какие-то еще вопросики. Не стесняйтесь, задавайте. Вот, снимаю как есть. Вот они. Красивые, здоровые, счастливые детки бегут по травке. Замечательные мои малыши. Ну, так, Плюшенька все-таки заинтересовалась шариком. Я уже легла. Хочу снять покрасивее, чтобы вам, дорогие друзья, было виднее вот эту красоту. Возможно, будете смотреть, вам такая красота поднимет настроение. Это красота лепота. Я, допустим, замечаю за собой, что снимаю и улыбаюсь. Улыбка постоянно. Это здорово, здорово, что сказать. Эти маленькие комочки, красотулечки приносят радость. Да, забот, хлопот, конечно, много, очень. Ежедневных, и днем, и ночью, конечно, нет никаких рабочих выходных дней, никаких отпусков, нет, нет, ничего нет. Но нет, я не жалуюсь, совершенно не жалуюсь. Я себе выбрала свое любимое дело. По душе, по сердцу. Поэтому я кайфую от этого всего. Ну, а трудности, работа, она, конечно, всегда есть, всегда присутствует. Ну, к чему я говорю, просто многие иногда могут там написать какую-то ерунду. Работать не пробовали. Пробовали, вы знаете, пробовали, да. Работала я, конечно же, да, и в декрет уходила трижды. Три дочери у меня прекрасные. И Масюнечка, внучечка уже есть. Все пробовали, все делали, не переживайте. Ну, если вам кажется, что вот разведение щенков, собачек, да, прекрасных, это так себе, да? Да что там, господи, она сидит, собака рожает. То вы ошибаетесь, конечно же, да. Вы ошибаетесь, друзья. Я вот, допустим, не могу никуда поехать, потому что мне некому поручить, вот смотреть за вот этими красотульками. Максимум на несколько часов, на полдня, и все. Да, потому что у меня вот такие малыши, детки, они меня ждут. И говорят: мама, ты куда? А мы? А детки у нас есть всегда, поэтому вот так.
Да, вот такие вот лапочки, красивые лапочки. Дети мой хороший, Версаль, Версаль. Ай, так мне поиграться совсем не любим. Совсем не любим. Такой красотулик, Версальчик. Прыг, 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 прыг. Замечательный ребенок. Плюшенька нашла колосочек. Занимается девочка вот там. Красавица моя. Умничка такая прям. Красотка. И Пандорочка. Пандорочка! Не, они заняты. Вы видите, как они заняты, как они спокойно гуляют. Никто не опасается ничего. Они даже не откликаются, потому что они заняты. Им интересно, им кайфово, им хорошо здесь. Вон Версальчик, он уже, да, и сюда, и туда. И уже тут моя стоит мой выставочный, мною сделанный стол. Да, вот так, вот так, вот так. Ну вот и все, вот наши счастливые, красивые дети. Только кусаться не надо. Давай, бусики, бусики. Заводимся, заводимся, смотрите. Красота. Ой, у меня улыбка до самых ушей. Ты сладкий мальчик мой. Вот такие наши детки. Напоминаю, что доставочка у нас есть в любую точку мира. Конечно же, все обсуждаем. Ну, практически в любую, я вам скажу, за границу. Конечно, все будем обсуждать по стоимости, по времени доставочки. Ну, у нас есть проверенные курьеры, которые везут наших деток. У нас из рук берут и вам в руки отдают. Есть зоотакси, то есть, ну, было бы желание, конечно же, возможность однозначно, тут даже не обговаривается, но стоит только захотеть. И это прекрасное чудо. Любое чудо из нашего домашнего питомника Elite Pets, город Евпатория, из нашего царства хвостиков может приехать к вам. Абсолютно любой питомец, любая собачка. Вон, смотрите, уже все, мы здесь сидим. А Плюшенька пошла уже туда, дальше, дальше, дальше. Ничего не бояться. Психика у нас просто замечательная у каждого, вообще у каждого. А сравнивать мне есть с чем. Я приобретаю также собачек. Ну вот сейчас боремся с моим красавчиком Мачо, да. Ну, в принципе, по психике у меня к нему нет претензий, да, он прекрасный, он открытый, замечательный ребенок. А вот по приучению к туалету и грумингу, тут, конечно, мы еще работаем. Я вам скажу, уже третий месяц я работаю с ним. Вот, поэтому пока что... Пока что нет, есть у нас, конечно же, однозначно успехи. Ну, у меня не может быть по-другому. Ну, а как быть без расчесывания, умывания? Ну, мы не можем, да. Вот я тут уже на полу сижу, видите, и Плюшенька вот так вот играет. Вот такие у нас детки прекрасные, прекрасные, прекрасные. Масенечки, масенечки, красотульки. Пандорочка, Пандора, иди сюда, солнце. Все, погнали играть, брат с сестрой. Версальчик сверху. Белая шоколадного окраса. И Плюша, девочка, в окрасе шоколад. Вот так. Люблю, когда они так... Да. В голос так прям. Вот так. Давай, Пандорочка, давай, вступай в игру. Опа! Вот я же говорю, что Пандора, она такая более поспокойнее пока что. А Плюшка, она... Плюшка. Вот такая озорная сразу. Раз. Сейчас скажи, просто так тут ходите. Давайте играться, валяться, кусаться. Давай, пожалуйста. Вот так. Ой, зверь прям. Вот такая зверь-собака. Ай, Версальчик, что ты там кусаешься?
Что, жарко? Жарко уже? Да, немножко еще погуляем и пойдем. Жарко, но мы в тенечке, но все равно очень жарко. Уже смотрю, водичку я не брала. Ну, можно пойти, конечно, и налить водички. Ну, понемножку, всего по чуть-чуть, да. Чтобы не было переизбытка эмоций, да, мои сладкие? Носик прокрашивается. Посмотрите, какой шкодный, классный носик. Пока девочка в продаже, пока. Ну, мне она очень нравится. Батька, вот, звезда. Звезда моя. Вот так. Красотка. Красотка. Красоточка. Смотрите на это чудо. Пожалуйста, улыбочку вам всем. Вот так. О, какая! Уже в зубы взяла мячик. И давай таскать. Вот. Девчонки. Плюшенька. Здорово, да? Мишка ты мой. Прям мишка-мишка. С такими глазками. Серо-голубыми глазками. Красоточка. Малышечка. Красивая девочка. Вот так играется. Так, Пандора, Пандора, давай, подходи. Не заинтересовала. Плюшеньку больше заинтересовал этот мяч. Она играется. Вот такая чудесная девочка. Ну, в принципе, я думаю, что я показала вдоволь наших малышей. Вот так. Прыг, колобочки, Версальчик тут что-то он там нашел, застрял. А девчоночки вот тут, прекрасные девчоночки, да, на свету, на солнышке, вот посмотрите, окрас плюши, очень классный, красивый. Да, золотая девочка моя, красавица. Чик-чик-чик-чик, догоняйте маму, догоняйте. Девчонки, догоняете меня, нет? Плюшенька, Плюша. Ну, вот такие наши прекрасные девочки и мальчики. Детки померанский шпиц, детки свободны, пока все свободны, да, Пандорочка, пока свободны. Ну, прям я не знаю. Вот такие колобочечки. Поэтому, кого детки заинтересовали, пожалуйста, обращайтесь в Viber, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Все вопросики в личные сообщения. По стоимости, по доставочке, по возможности доставочки. Да, ну, всяко бывает, может быть, вы где-то живете далеко, недоступно, невозможно. Но думаю, что такого не будет. Я думаю, что мы найдем возможность любую, было бы желание. Все, дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока!